два зомбика одетых. Ага. Быстрее догоняй его, быстрее, быстрее, лети, 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 лети. Давай, давай. Отлично, ребятки, все, два штучки мы с вами поймали. Так, давайте мозг бросим. Опа, ага, попался. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть сегодня в игру под названием Zombie Catchers или Охотники на зомби. Так, ну что ж, дорогие друзья, погнали, давайте посмотрим. В прошлый раз нам тут давали задание сделать желешку. Мы ее сделали и продали, дорогие друзья. Так, вот она. Она делается. И нужны еще ингредиенты. Так, у нас есть 850 монет. И нам нужно увеличить мощность за 800. Как раз отличненько. Мы задание сделали. Отлично. Здесь у нас сейчас идет поиск зомби, наверное, да? Пока еще нам недоступны зомби. Да, здесь у нас пока идет поиск зомбиков, ребятки. А мы пока с вами давайте перейдем в главное меню в кафе и посмотрим, что нам нужно делать в следующих заданиях. Так, новый уровень, ребятки, 11-й. Это купить улучшение для желешной машины. И все, я так понял. Так, и два плутония я получил. И зомби найдены, дорогие друзья. Что ж, давайте, собственно, перейдем с вами и посмотрим, что здесь нам... что мы здесь обнаружили. Так, зомби обнаружены. Так, ну что ж, погнали. Это очень хорошо, что зомби обнаружили. Беру я вот этот сетимет. Сетимет, ребята. Так, все, взяли мы сетимет. Сеткой очень удобно ловить, если сразу зомбиков много. Их сразу очень легко... а чё ж я сетимет-то не взял? Ребята, это не по делу. Что-то где-то сейчас я уже пропущу. Ага, видите, ребятки, разбитый. Так что же я погнался за двумя сразу и в итоге остался вообще без них. Да что ж ты будешь делать, а? Пропустил два зомбика. Как так я мог, ребята? Надо было хоть за одним бежать. А я побежался за тем, что... Так, давайте убьем вот этого, короче, летающего. Тут крысу эту летающую, летучую мышь. Потому что она здесь мне уже надоела, наверное. Сейчас будет кусаться. Где она? Короче, пока она соберется назад лететь, я уже и... Ого, и два зомбика одетых, ага. Быстрее догоняй его, быстрее, быстрее, лети, 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 лети. Давай, давай. Отлично, ребятки, все, два штучки мы с вами поймали. Так, давайте мозг бросим. Опа, ага, попался. Стало сложно, ребятки, ловить их, потому что они уже одевают броню, зомбики. И поэтому стало их сложно ловить. Видите, немножко у меня не получилось, но ничего. Я хочу вам сказать, что мы сейчас эту всю ситуацию легко исправим. Так, улучшить зомби-выжималку нам нужно за 2500 монет. И чтобы это сделать, нам нужно... Так, нам нужен еще один этот... зомбяк. Так, нам нужен зомбяк, чтобы быстрее сварить компот. А здесь еще пока идет поиск зомби. Да, а чтобы пропустить надо сколько там, по-моему, 7, а 8. У нас немножко не хватает, дорогие друзья. Так что давайте пока сейчас с вами подождем. Пускай зомби ищутся. Так, ребятки, ну что ж, отлично, у нас зомбики нашли, а что же у меня нету, у меня для того, чтобы взять сетимет, нужно еще подождать 13 минут или потратить 3 плутония, но я готов потратить, ребятки, 3 плутония для того, чтобы взять сетимет, потому что, ну я реально не смогу словить зомби без сетимета, сетимет это на самом деле классная очень такая штука. Ох, ребят, змея, ой-ой-ой-ой-ой, я не то нажал, не ту кнопочку. Так, все, где же там зомбики? Ага, ребятки, и вот здесь вот сетимет нужен как никогда, я вам хочу сказать. Так, если мы, ребятки, давайте поменяем оружие сразу, у нас один сетимет. Так что нужно быть очень внимательным. Давайте бросаем мозг и убегаем. Все, ребятки, посмотрите, мы сразу троих поймали. Ага, еще один зомбик тут спрятан. Все, вы видите, как быстро получилось у нас? Давайте бросим мозг сюда. Опа! Опа! А ты не ожидал, что я здесь выйду? Ха-ха-ха. Все, 4 зомбика мы словили, ребятки. Осталось еще 2. Вот тут один. Ой, давайте убьем летучую мышь, а то сейчас вернется и будет мне тут мешаться. Ой, мимо. Ладно, потом
Опа, лимоновый зомби, иди сюда, отлично. Поймали. Так, ну что ж, последний зомбик, ребятки. Последний зомбик, это кто у нас? А, это у нас голубой зомби. Ой, куда ты? Да куда ты, стой? Вот так вот. Отличненько, ребятки, все, мы с вами поймали всех зомбиков, 6 штучек, это просто замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас там в кафе творится. Так, давайте пойдем в кафе, что же у нас здесь в кафе? Так, а в кафе у нас... Ага, нам надо улучшить веревку, улучшить зомбовыжималку и продать товары на 20 штук, на 20, короче, купонов. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас... Давайте будем выжимать. Так. Что у нас еще есть? Зеленый. И что у нас? А что нам надо для этого? Зеленый зомби. Что нам надо? Все, пускай. А сколько надо плутония, чтобы пропустить? Ого, 20 плутония. Но мне негде плутония брать, ребятки. Так что пускай качает себе вручную там. Так. Так, что у нас здесь теперь? Теперь мы можем вот тут вот отжим сделать отличный. И... Можем так, а сколько веревку увеличить? Давайте посмотрим, сколько улучшит веревку. Так, улучшить веревку стоит 900 монеток. Хорошо, сделаем. Потихонечку сделаем. Так, что здесь у нас, ребятки? Так, ребятки, через 1 минутку и 46 секунд... Найдутся зомбики. Ну что ж, давайте подождем секундочку. Так, ребятки, ну что ж, зомбички обнаружили. Так что давайте, собственно, перейдем. Ну, на сетимет у нас денег не хватает. А на транквилизатор у нас есть денежка. Так что давайте, собственно, перейдем. Так, ну что ж, погнали, ребятки, ловить зомбиков. Так, ну что ж, кто здесь у нас? Так, охота началась. Тихо, тихо, тихо. Летим, 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 летим. Давайте подберемся... к нему. Оба. Ага, попался. Так, давайте следующего ловить. Ой-ой-ой, змея, ребятки. Иди сюда. Так, отличненько. Все, змею мы убили с вами. Так, ребятки, ну а здесь стоит понимать, что там... А здесь уже, я так понял, конец. Лучше в ту сторону их гнать, да? Значит, давайте сначала вот этого зомбика выкурим отсюда. Ага, ох ты ж, в лес собрался и скакает еще. Нет-нет-нет, мы тебя словим обязательно. Так, ну что ж, ребятки, давайте бросаем. Опа, отлично. Опа, отличненько. Все. Ага, ребята, лимоновый зомби одет в какой-то мусорный костюм или в мусорный бак. Что это такое-то? Давайте его разденем. Ай, быстрее, быстрее. Не успели, не успели, ребятки. Мы его с вами раздеть. Но, тем не менее, все равно мы с вами прошли этот уровень. Это просто замечательно. И продолжаем дальше, ребятки. Так, ну что ж, идем в кафе. У нас в кафе здесь что? Так, товары у нас тут продаются или не продаются. Что здесь у нас творится-то? Так, сюда, давайте сюда. Нам не хватает зомбика. Так, давайте увеличим скорость. Пускай выжимается там все по-быстренькому. Так, здесь у нас сколько времени осталось, пока зомбики ищутся? Сейчас уже 2 минутки. Так, ребятки, ну что ж, зомбики обнаружены. Давайте с транквилизатором. Да, все, модель взяли, все взяли. Так, отличненько. Ну что ж, погнали. Так, у нас плутония 2. А, нам не хватило там 4 плутония для того, чтобы взять другое оружие, да? Ну что ж, давайте... Бросим мозг. Ага. Вау, вообще не поймал никого. Да что ж ты будешь делать? Вы видели, ребят? Я вообще никого не поймал. Вообще-вообще. Тот зомби тоже убежал уже далеко-далеко, наверное. Да, я уже его не догоню никогда. Вон он, ребята. А ну, догоним или нет? Давай-давай-давай. Ай, да что ж ты будешь делать? Не догнали, не догнали. Ну ничего, тем не менее, ребятки, вот у нас еще. Что это тут такое, а? Опа, отличненько, все. Так, поймали, давайте здесь. Да что ж ты будешь делать-то, а? Опять он в своей жестяной этой банке. Как же ж мне его... Да что ж такое, дайте хоть одного словить, ребята, дайте хоть одного словить. Да что...
Короче, ребятки, не поймал. Смог только поймать два зомбика. Ну ничего. Пойдем в кафе, посмотрим, что здесь. Так, поймал я два зомбика, ребятки. Один желтый, другой синий. Так, давайте пускай быстрее качает. Тут еще у нас работа идет, ребята, кипит. Так что давайте будем ждать зомбика. Так, ребята, ну что ж, за отличненько, зомби у нас найдены, и мы переходим с вами дальше. Так, ну что ж, погнали. Так, транквилизатор — это хорошо, а сколько стоит сетимет? О, сетимет тоже у меня есть, один, отлично, все, погнали. Все, давайте сетиметом, теперь мы, я думаю, наверное, должны обязательно кого-то словить. Так, отличненько, все, монеточка у нас есть. Так, что у нас здесь теперь? Так, отлично, мозг, пускай хавает. Ага, попался. Ах ты такой. Иди сюда. Иди сюда, злодей. Иди сюда, я тебя буду пытаться разбить да съесть. Да что ж такое. О, наконец-то. Видели, сколько раз, ребятки, надо ударить, чтобы его словить? Это реально очень сложно. Так, отличненько. Два банановых зомби. Ой, банановых. Как, скажите мне, пожалуйста, лимонных. Лимонные зомбики есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нас ударила птичка. Так, подождите, дайте. Поменяем оружие на сетку. И теперь бросим мозг. Потому что мы не успеем словить. Все, отлично. Видите, как все. Ребятки, отличненько. И 6 зомбиков мы с вами поймали. Круто. Так, ну что ж, начинающий ловец. Мне привезли награду надо. Так, получить награду, конечно, получить. Зомби пойманы. Все, отличненько. Все, 3 плутония мне дали. Отличненько, просто замечательно. Так, ну что ж, у нас, дорогие друзья, здесь дальше идет-то. А дальше у нас все идет по плану. Здесь у нас уже дожимается эта конфетка. Здесь все идет, ребятки. Все продается. Давай поставим сюда, сюда. Пускай отжим идет на полную скорость. А я, дорогие друзья, хочу вам сказать, что этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Мы играли в Zombie Catchers. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и оставляйте обязательно комментарии. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующих сериях Zombie Catchers или Охотники на зомби. Пока-пока.